Сложный получился матч, конечно, для дебюта. Многие волновались. И мы, и соперники, это чувствовалось. Достаточно нервная игра и, соответственно, нерезультативная. Вот такой комментарий. Поздравляю с победой, во-первых. Сегодня ваш первый официальный матч в роли главного тренера. Были какие-то неожиданные ощущения? Нет, не было. Я для себя не делю матчи на официальные и неофициальные. Уже для меня это не дебют. Александр Ромович, спрос, а в концовочке не хотели сами-то выиграть на поле? Было нервно, конечно, не хотели. Не хотели, да? То есть убили все-таки себя вот эти чувства? Видите, никого не убивал. Но чувства футболиста, я имею в виду. И чувства футболиста не убивают, наоборот, они помогают в этой работе, я считаю. Еще вопросы? Сергей Николаевич, согласны с тем, что такие непростые погодные условия сыграли скорее на руку факелу? Ведь таких, на таком поле скорее легче разрушать, чем созидать. Ну, факел достаточно глубоко оборонялся, и даже когда еще поле держало, и очень было тяжело вскрыть оборону. К счастью, нам удалось за счет стандартного положения забить гол. Ну и в концовке было определенное давление на наши ворота. И я рад, что ребята справились с ним, потому что по такой погоде, когда соперник играет длинными передачами, и очень сверхмотивирован. Хорошая команда должна держать удар. Мы, собственно, справились. И уже в конце на угловые у соперника ходило, если понимаете, в первом тайме 5-6 игроков, то уже потом 7-8. Мы справились, значит, все сделали правильно. Сергей Николаевич, почему в втором тайме замены так поздно стали использовать? Вы были довольны действиями всех игроков, которые были в тот момент на поле, или вот у вас было какое-то предчувствие, что они вот пригодятся уже в концовке как тактические замены? Ну, мы не поздно сделали, мы сделали на 50-й, потом где-то в середине тайма, а потом в конце сделали, да, и последний уже дополнительный рынок. Сергей Николаевич, можно? А есть уже какая-то... Руководство говорит вообще по задаче на сезон. Какая вообще задача на сезон у команды есть? То есть это борьба или это именно возможно борьба за высокое положение? Мы озвучили уже на официальном сайте информацию. У нас задача побеждать каждый матч. Задача минимум закрепиться, задача максимум постараться добиться максимальных целей в этом плане. Команда уже полностью сформирована или будет какое-то усиление? Нет, не полностью. До 1 сентября еще есть время, мы собираемся еще. В активном поиске находимся. Хотим еще одного, может быть, двух игроков привести. Спасибо. А почему Руслан Магасин взятки отсутствовал? Очень не набрал оптимальной финансы.